Привет всем, привет! Сегодня суббота, 2 апреля. День солнечный, очень-очень теплый. Традиционная ярмарка. Так, вот от бывшего универмага мы идем. Может, кто-то вспомнит рядом с универмагом. Трехэтажный дом. Так, идем дальше. Сегодня в городе полиции много. Это радует. Охраняет нас. Так, ну вот это уже потом идут двухэтажки. Это я в сторону бывшего быткомбината. Мы как-нибудь туда пройдем. Хорошо? Сегодня у нас другие планы. Так, возле Дворца культуры тоже наблюдаем работы по поиску воды, что ли. Так говорят. Толком никто не знает. Наступила весна, и снова начинаются работы и в городе, и ремонт домов. Посмотрим, какие будут изменения. На ярмарке всегда очень много цветов. В горшочках продают. Так приятно. Красота. На ярмарке что только нет. И одежда, и фрукты, и продукты. Очень широкий выбор. Приходите, пожалуйста, на нашу ярмарку. Очень все хорошо. Цены здесь приемлемы. Так что не переживайте, не говорите, что у нас все дорого. Все у нас как и должно быть. Народу очень много. Все вышли погреться заодно. И что-нибудь, конечно, прикупить вкусненького. Так, смотрите наши вкусняшки. Вот, дайте вам. Кишмиш. Пожалуйста. Вкуснота.